Много было, не было, стало. Мало, мало было, не было. Мало, мало, мало было, не было, мало. Я думал,
Никогда ничего не ожидаем. Дело в том, что группа «Аукцион» всегда отличалась спонтанностью, импровизацией, сюрпризами, в общем, по большому счету. И поэтому я больше ожидаю от группы, что она преподнесет, как бы говорит. Вот в прошлом концерте, на прошлом концерте в городе Ижевске группа преподнесла новую песню, которую я не слышал. Вот. И это было интересно, когда я стал на сцене и слышал новую песню. Вот. И нужно было сразу как-то в образ вливаться и как бы не подать виду, что эта песня мне не знакома. Вот, это как бы не скажу, не так просто, это было просто, но все равно как-то нужно было что-то придумывать. Вот, а вообще, как бы каждый концерт, он разительно отличается от предыдущего концерта. Вот, и поэтому я не знаю, что будет и что я ожидаю. Девушка красивая лежит на диване, читает книжку, а жаль мне. Книги смелая, жадно, сражается с врагами отважно. И где ты, любимый, пишет песню для милой. Я тоже лежу на диване, рядом вода в стакане, салфетки, таблетки, бумага и пес по кличке Отвага. Спасибо. Миша, не гора, но не то, лучше бы не пожалуйста. То ли солнце мне не светит, то ли дети, то ли не дают. То ли весел, то ли вечер, то ли ветер, то ли самолет. Как из тучи я невезучий, лето излечит, осень научит май.
маячит осень конючит, а я не везучая, радость моя прощай. Был бы я не светил, заварил бы зелье, может, ты заметил у меня веселье. У меня зима зимует, у меня зима ворует, за меня зима целует. У меня зима, то ли месяц, мне без лица, мне не спится, значит, не сезон. То ли птицы, то ли полигон. Я живучий, но не везучий, выпадет случай, лето сведет с ума. Лето лечит, осень конючит, я не везучий, радость моя зима. На моем оконце гнезда бьют метели. У тебя есть солнце, у меня веселье. У меня зима зимует, у меня зима ворует, у меня зима. Случайно я был тут на одном мероприятии под названием «Бойцовский клуб», где дрались два коллектива. Один называется «Король и Шут», а другой называется «Группа Нана». Вот. И случайно я там был судьей на этом мероприятии. Нет, мне не заехали, но там некоторые люди пытались свалиться на судейский стол. Вот. Было очень страшно. Вот. Вообще, как бы, во мне, наверное, есть какая-то азартная, как фановская жилка, потому что я там, естественно, я болел за «Короля и Шута». И я там орал, там, давай, 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 давай. Вот. Но победила дружба.
нет, а тебя он любит. О, потому и нет его. Чтобы одна к другой прилипли, чтобы зубы изо рта не выпали. Замотал ресницы, связал,
чтобы не вывалились глаза. Из окна навеки железный гон. Бросишь руку, вспомнит, вернет сама. Взял, одел, пошел и сошел с ума. Ни один не ворон со всех сторон. Я иду, дышу. В голове на ходу образовываются ходы. Замотал, запутал, залепил, завязал. Вцепился в последнее, чтобы не падал. Думать, думать, держать, держать, ходить, ходить. Очень хочется жить, хочется жить. Ни один не ворон со всех сторон. Я иду, дышу. Голова, нога. А я уже, похоже, не могу молчать. От молчания лопается кожа на плечах. Забываю знакомые имена. Ощущение под превращается в ощущение на. Я иду, дышу. Голова, нога. Для меня самое неприятное то, что на моих глазах кого-то бьют. Такое случается. Редко, но случается. Вот. Мне это неприятно, потому что я, как правило, всегда беседую перед концертом, если доводится с охранником, говорю, ни в коем случае не надо бить. Если человек поплясать хочет, ну пусть он выбежит на сцену. Конечно, это, в принципе, не дело, потому что здесь провода, аппарат и так далее. Но поставить на сцену человека, который, ну, желательно аккуратненько бы там как-то так подвинул бы человека. Вот. Зачем там сразу морду давать? Вот это неприятно. Когда вот это происходит, мне не кайфово. Я это вижу, я все вижу. Вот. И от меня, даже если будет в самом дальнем конце что-то происходить, я все равно это увижу.
сижать и гляжу в окно. И вижу сумерки давно. Выходят дамы из машин. Сопровождение и грузин. Как грустно в этот час. Жевал бы сразу ананас. Да в рот лезет не идет. Сосет. Конец. Но вот я ухожу, осколки
девичьих сердец хрустят у меня под ногами. Взрыв, и все в огне, я в красной шапке, я на коне. Тон, во сне борьба, судьба дорога, да моя судьба. Но вот чувствую я, это конец. Вот я ухожу, осколки девичьих сердец хрустят у меня под ногами. We'll be right back.
меня под ногами. Проект «После аукциона», как правило, спонтанный. И первый альбом «Чайник вина», и второй альбом «Желез вершин». Вот. Если будет желание обоюдное со стороны аукциона и хвоста, если хвост приедет, если там еще что-то такое случится, то может что-то и произойдет. Вот. А если нет, значит не произойдет. Все как бы по-разному происходит. Вот Боря вот, в разных людях, Коля Крубанов, у него там много проектов, там тубисты тоже какие-то, у меня тоже какие-то. Вот, и поэтому бывают спонтанные проекты. Вот у меня в Германии появился спонтанный проект. Я и Сергей Летов, это джазовый музыкант, брат Егора. Вот, совершенно неожиданно. Я его знал 100 лет, но так получилось, что вот он был, я был, я стихи почитал, а он поиграл. Проект, в принципе, проект. Может, там выступали в Москве и в Питере планируем. Плакал. Мне нравились и до сих пор нравятся вокальные, инструментальные ансамбли всяческие. Вот, и я, мне ну, нравится. Мое детство, юность прошла под них, как говорится, «Синяя птица», «Лисья песни», там, «Тухманов». Там. Ну, вот, замечательные, хорошие песни, у меня все записи есть, я иногда для души вот, слушаю. Можно сказать, как бы, но ну, я как бы был фанатом не одной какой-то конкретной группы, а вот именно как бы, вот, какое-то некоторое количество. Ну, потом демократы пошли, это такие группы демократического как бы склада, это Германия, ГДР, ГДР, там, венгры, немцы, да, и так далее. Тоже были какие-то определенные коллективы, с каждой страны по 2-3 коллективчика. Так вот.
Мне многое нравится. Там, мне до сих пор нравится «Аквариум», допустим, да, там кино старое. Не старое, вообще кино все, в принципе. Вот. А из вот, современных, в принципе, я не могу сказать, что все плохо. Вот. И ВВшники замечательные. Ну, просто, когда дружишь, не можешь сказать вот правду, если так можно выразиться. Нет, хорошая группа, все, но так, чтобы вот так, я не... Скрипка замечательный человек, я его очень люблю, и он меня любит, и нас он любит, и группа хорошая, но просто я не могу ставить кого-то на первое место там, или на гран-при давать кому-то, понимаете, это как бы не в моих правилах. Я всегда говорю, хорошо, когда люди занимаются как бы своим делом, играют, и им это нравится, и нравится тем людям, которые приходят на концерт. Вот. Слава Богу, что там водку не пьют, не колются там, и разбой не учиняют. Вот, это хорошо. Пусть играют на гитарках, поют песни. Больно мне, скучно мне, тошно мне. Друга нет, нет совсем, есть покой. Ныне ходит за мной тот другой с клюкой. Доволи, довольна, какой с клюкой политрук, он мне не делает больно, и значит, это не друг. А где мой друг? Лейтенант. Где тяжесть ваших рук? О, мой любимый папа! Ныне ходит за мной тот другой, но не то, в пальто. Доколе воля больна, бывают разные воли, а боль бывает одна. Где она? Лейтенант, лети, лети, лейтенант. Серая птица, усталая лейтенант. Лети, лети, лейтенант.